Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Ну что же, полный шок и его откровенное послание тебе. Давайте смотреть. Что он хочет сказать? Он говорит о том, что ты лучшая женщина в моей жизни. Никто даже не сравнится с тобой. Ты уникальна, ты красива, ты наполнена. Кому актуально, мужчина говорит о том, что видит вас в роли матери своего ребенка. В любом случае, он представлял, какой вы можете быть. Он говорит, что только ты можешь быть матерью моего ребенка. Для него это важно, для него это нужно. Он говорит, что все мои мысли, мое сердечко буквально поет тебе оду, оду любви. Говорит о том, что ты, говорит, знаете, как аромат. Аромат сравнивает вас с определенным цветком, возможно, знает, да, ваш парфюм, либо же ассоциация идет у него с вами. Водные такие вот мотивы и лепестки, лепестки розовых цветов. Какое еще признание мужчина хочет? Сейчас, говорит, я будто бы закрыт в клетке. Я ограничен, я не могу сейчас залететь, либо же не может к вам прилететь, либо же встретиться с вами. Откровенное послание говорит, что ты меня заводишь, ты меня зажигаешь, хочу, желаю только тебя. Лечу к тебе, как мотылек на ясный цвет. Очень красивые у вас волосы, очень красивый цвет кожи. Здесь мужчина просто восхищен вами. Ну что же, принимайте, ставьте лайк, пишите «принимаю», «благодарю» и непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.